Годлик. Все, все готовы? Давай, запускай шарбанку. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. О, Гудлик, я все вижу. О, давай помчи. Гудлик, сейчас прейв сорвешь, умрешь. Ну, типа. Спитаемся, распитаемся. Топ ДПС. Дефу. Роман, дерево, дерево за фрей. Изучи, вышли. Отлично. Точно добиваем. Что это за фотобосс? Куда бомжи побежали, мне интересно. Сейчас трэш приведут. Будут пытаться босса. Мини. Ну, моба привести. Да, мини-босса. Мне собака все это хочет делать каждый раз. Дерево за фрей. И давайте в большое дерево играем. Кто с черепом? Гудлик. Гугл, дай раскол. Покинь рейд. Что это такое? Ты возвращайся. Блин, это долго. Топка. Так, сейчас трое, сейчас главное хорошо на пульте их меня. И кик эти косты. Дерево. Помогите мне, дети мои! Ой, ешь. На пул дали? Туда. Черепа больше. Череп больше. Череп играем. Остальное просто через него клеваем. Череп добили? Крестик. Нужен. Здорово. Еле успели. Дерево сзади. Дерево озеро. Бля, я понял, почему мне так плохо танчится. Я же трансмок не сделал. Решив. О, ну это ошибка, конечно, раз. Это да, бля. Столько Мирона убьем. А, типа, по большому больше ДПСа, меньше клива. Очень быстро убили, еле добили всех. Да, давайте, у меня мало прожимов просто. Ну, две есть, мне достаточно. Дерево. Древень. Дерево вылезло. Квадратик? Отлично. Кто из примеров еще? Так, с у кого еще бомжи остались? Нет бомжей больше. Там двое было отдано. Да мы вот здесь все нормально одеты, бомжей нету. Дерево в корнях, ребят. Ух, геморрок. Дерево, смотрим, где появится. Перед боссом. Появилось. Дерево. Ну, давайте в дерево. Пайрекс выбежал. Еще
маленький, все. Стоп, каст. Останови его. Я куда-нибудь кота поставлю. Дерево. Бомжа нету, да? Нет, нет, я не понимаю. Все, разбегаемся, разбегаемся, разбегаемся. Дефа, дайте фаер. Точно, излучи, выйдите. Стоп-каст. Все, в той речке. Геру заливаем. Дайте гимн плюс тотем. Скай тотем, лангрис гимноману. Дерево с другой стороны, РДД. Дон сам себя. Нет, успеем же. Давай. Он успеем. Нет. Это ты не дамажит. Перебежали. Да, капец вообще. Да. А вот... дерево, дерево там блин, далеко. Там дерево. Пиздец. Бейте, бейте. Больше в дерево, больше, больше, больше. Да, нормально, правильно, правильно. А, мы босса убили, да? А, ну да. Ладно. Отойдите, вы сейчас умрете. Ну, не умрут. Он так покалечится. Да, детер есть. Это шея. Шея, имба. Ой, смотри, я осколок. Да, вот. Блять, я не уверен, что я хочу ее за ГП забрать. Не хочу уже. Да, слушай, хорошая шея. Да это хорошая, бля, ну... Я 32-ю где-то полутаю без ГП и нормально. Да, Скара может взять. Там мастерство, а здесь уклонение по линии. Дам два яйца. Да, она без статов причем. Чё, пыли? А чё, да, вместо пыления я дам реагенты от наложения чар. А что я возьму? Звучит как это. Звучит как ГП. Звучит как наебалово, да? Наебалово получается. Ну чё, по сути, какая... Хочешь, Дон, дай мне этот... лучера просто. На Мемирона погнали. А чё этот... алхимики есть? Да. Ты заберёшь этот лайк? Короче, вот твой наводчика дал. Так, роль тебе лайк. Просто всё скинь там, либо к Вобу, либо мне. Сейчас, я выиграл, Вобу. Блядь, нет. Чё, тогда хуя алхимиков? А рецепт чё, куда уходит? Пароу. На Мемироне деревья, да? Не был. Не, без профессии, просто вообще пароу. На продолжай это всё. Давай, Ферольч. Единичка, по-моему, я выиграл. Не, не утомил. Наверное, 97. Да. У нас двое 97. Давайте, реролите. По-моему, единичка реже. Типа, Лангрис, рерол. Так, а что нам по этому шмоту дан? Да, скинь. Там либо мне, либо Кубову. Просто это все разберемся в процессе. А никому не нужен. Не, ну эти шмотки-то... Ладно, плохо. Это я не могу обменять просто. Ну найди кого, кто сможет. Какой-нибудь воин, охотник или шаман. Можно? Ну, скинь мне. Да, держи. Так, давайте сейчас R-чек на знание тактики. Да, нет.
на вагонов сколько унеслось. Идеальные особенно, а не корнёс. Вот. Тогда рассказ. Только вкратце. Только вкратце. У нас есть огонь. Огонь вожу... Вначале я. Мы делимся сейчас на два лагеря. Один вот справа от красной метки будет стоять в дырке. Другой слева. А начинается бой. Мы все бежим в сторону квадратика по чуть-чуть. То есть, типа, огонь кидается, я это анонс, что мы делаем пару шажков. Огонь передвигается за ближайшим, кто за ним стоит. Поэтому в миле-зону его не подводите, аккуратнее, за этим следите. Первая фаза так продолжается. На перефаске мы должны все стоять в квадратике, чтобы туда прилетел огонь. Перед началом второй фазы прилетит большая синяя водяная бомба. Она убьет вас, если вас заденет. Если она приблизительно попадет в квадратик, то она, ее АУЕшка достанет, ну, вот где-то до вот этой точки. Сейчас покажу. Вот где-то до треугольника. Примерно от квадратика до треугольника будет ее АУЕшка. Плюс-минус. Может быть, чуть-чуть подальше. Поэтому видите большую синюю бомбу, от нее убегайте. Вторая фаза. На ней даем Геру. Босс все точно то же самое, что и на обычке, просто есть огонь. Даем Геру, рассредотачиваемся, все заливаемся в босса. Обстрел, от обстрела отбегаем, чтобы не умереть. Так проходит вторая фаза, на третьей фазе взлетает голова. Отличаться она будет от обычки только тем, что там будут появляться мобы. Появляется зеленый столб, в зеленом столбе появляется моб. У этого моба есть в руке водный пистолет. Он видит огонь, подходит к него и стреляет с пистолета в него. Пистолет наносит порядка 7-8 тысяч урона и откидывает вас в сторону. Чтобы вас случайно в огонь не откинуло, смотрите, где эти мобы, к ним не подходите. А, третья фаза все заканчивается на этом, убиваем босса, танчит у нас... Кто у нас танчит? Давай Гудлик. На Гудлика мы напуливаем, то есть я и Романов. Раскол... Вас объявишь. Вот на четвертой фазе все вместе и просто бегаем, одновременно заливаем босс. Давайте будем пробовать. Почти все все знают. Ничего не ясно, но очень интересно. Да, конечно, конечно. А в кто направо, налево? Сейчас скажу. А, по хилам у нас неутомимая Sky и Spell слева стоит от метки, как мы сейчас, от кнопки, как мы сейчас смотрим. А справа у нас идеальный из Карнес. РТДшки давайте у нас. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая справа. Все по местам встали, между собой мы держим. Давай. Главные моменты. Кто у нас вводит огонь? Это у нас, ну, все, кто умеет, то есть наша там, пускай, десятка. Лангри, Сайнан, Кубоб, Донт. Вы вводите огонь. Априори. Типа зорки тоже. Дальше, смотрите. Первая фаза. Просто дистанцию держите сколько? 8, 6, 10? 10 держите. 6. Ну, короче, держите дистанцию друг от друга, чтобы на двоих не бросался этот. По командам сбегаетесь в нужные метки, разбегаетесь, так же самое. Дальше, следующее. На второй фазе все как в обычке. Кроме того, что еще нужно отбегать от огня. Ну и прохиливать сильнее. И заливаем вторую под Герой. Третья фаза изи, четвертая фаза как-нибудь убьем. Хорошо. Все запомнили тактику? На второй фазе халюпалы частицу на себя. И куда вы огонь скидываете? На края или в центр, чтобы он их тушил? Мы просто разбегаемся. Мы держим рейндж, чтобы меньше АУЕшки было. Да-да-да, просто этот огонь будем разливать везде. А, Романов, смотри, ты сейчас стоишь у нас, ну вот, справа от метки, например, огонь кидается, вот, где тут я, на мне будет у нас звездочка. Огонь кидается, ты делаешь от него шашочек, он побежит к тебе. Весь рейд в это время убежит прямо. И мы вот ведем его к вот так вот, типа, огонь за тобой побежал, ты делаешь еще шаг. Он еще за тобой, ты еще от него чуть-чуть. Смотри, чтобы он тебя сильно не дамажил. И где-то вот в районе этой кнопки я у тебя его заберу, ты дальше пойдешь просто дамажить. Милики, смотрите аккуратнее насчет мин на первой и на четвертой фазе.
принципе, все. Ну да, милики, все та же самая тактика, что в обычке. Полюшка, кубок. Да, этот. Сейчас между собой рейндж чуть-чуть держите, не в одной точке стойте, чтобы огонь на всех не закинулось. Да, давай. Огонь. Каким мы добавим? Все, Романов, иди дамажить прям, я его поведу сам. Хоть на полу ждали? Рога. Огонь через две. Огонь. Готовьтесь, осторожно с минами. Огонь 5, 3, 1, огонь. К квадратику ближе, к квадратику ближе. Отбежали. Подождите, затушит, добиваем. Всех в квадрат, добиваем. Слова БР этого идеального. Друг от друга. Квадрат, все сбежались. Прям в стенку далеко уперлись. 5 секунд огонь. 3 секунды. 1. Быстрее. Отбежали. Быстрее. Выбежали. Все, сейчас справа стоим возле звездочки. Все в звездочке. Фулл ребаф дали? Сейчас будем подходить через... Сведи их, да, сведи их. Команде. Все, побежали. 2 секунды огонь. Готовимся выходить, вышли. Все, разбежались по центру. Рейндж между собой держим, плюс-минус. Геру готовимся давать, фулл ДПС боссу. Прям по кругу нормально сделайте. И пошли, Гера. Смотрите аккуратно, там бомба сейчас будет. От квадрата. Квадратики. Отошли от квадрата. ШП, огонь 2. ШП, отойди оттуда. Бутер. Огонь. Вышли. Нас сакра. Прохил рейда. Больше ДПС. Нас сакру дайте. Прощение, сбежали. Обстрел. Огонь 5. Протест, БР идеального. Один. Вышли. Кубо ПСС на идеального. КД. Гудлик ПСС на идеального. Все, рейда сейчас, просто добиваем босса. Поднять всех. Все, фаза, отлично. Возле печеньки стакаемся. Скай тотем, неутомимая гимномана. Лангрис гимномана. Один. Вышли. Квадратику, ой, кромбику. По часовой идем. Сейчас третья фаза, на полную гудлика даем. Все, стоим вот здесь где-то, у вас звездочки. Давайте со звездочкой бегаем. Фулл ребаф дали? А может меня дадите на полдон? Не, я сейчас гудлика, пусть проще будет, наверное. Гудлика прохил. Здесь стоим, ждем огонь. Огонь 3. Кромбику побежали сейчас, побежали. Пайрекс, ты стоишь возле центра, взрываешь ботов. Просто гриппом там. Перебеги сюда, Лангрис. Бомбот. Да, там Пайрекс должен взрывать. Сейчас огонь здесь утаем и побежим к крестику. 5 секунд. 3. 1. Побежали. Все, к крестику. Кутлика поднять. Бомбот идет. Заселял. Секунд огонь. За крест уходим.
Бомбот в рейде. Бомбот в рейде, блять. Три процента. Так, заливаем всех мобов, кроме черепка, крестика и квадратика. Идеального нет. Априори сначала заливайте мобов. 5 секунд огонь. Протест инер в идеального. Вышли в печеньку, по кругу ходим. Все, мобов больше не трогаем. Все, там четырех. Все, я добил одного. Дон, притворись, полюшка, раскол. Притворился. РТД в туловище, милики в ноги. Огонь три. Одна. Вышли. По кругу, по часовой ходим. Аккуратнее РТД мины кинет, босс. Стрел. Стоим на месте, все хорошо. Огонь 5. Бежим чуть-чуть левее. Одна. Отошли. Не, все хорошо. Стоишь. Я ухожу отсюда, я ухожу отсюда. У идеального есть ЧБР есть. А все, он умер. У Полюшки СС. Поднять. Так а че вы в толпе стоите? Он же Вышли из меток. Оффлут. Отбежали от чего? Отбежали от босса. Смотрим, сейчас бомба полетит. От бомбы отошли. Все к крестику. Крестику. К метке. Ой, так. Крестику. Да нет, дом, тут, конечно. Весь рейтинг, конечно. Надо лучше вторую фазу пережить, типа, и третью то же самое. Не должно так много людей падать. Да там с бомбой, блядь, такая проблема. Еще сигнальный стрельнул. Одновременно, блядь. Да вы слишком много сейчас урона на четвертой фазе. Вот вы всем рейдом в одной метке стоите, он по. Да, вы должны вести на четвертой фазе, плюс-минус, как на второй, по кругу разошлись. Вы сосаться должны. Вообще, там она очень простая, потому что сигнальных много на этом сервере. Нужно вести рейд перед боссом, и босс идет за рейдом. Ты вот звездочкой ведешь рейд, и за тобой идет уже босс только. А не наоборот, что рейд за боссом, потому что он мины кидает. Да в целом, четвертую фазу не так стоим, правда. Не так кучно нужно стоять. Ну и это, аккуратнее ведите сюда. Здесь с трэшем типа вообще хуёво получилось. Не должно было столько людей упасть на этом трэше. С бумботом. Мы право выхлили бумбота. Вы сами смотрите ж, блин, что не видите мобов? У меня игра зависла. На кого СС кинул? На идеального. Идеальный вообще там раз 30 умер. Угу. Так. Ну релогнись, пока Скай этот Скай фейка вылетела. Поставь рыбу там. Так, неутомимая, а рестлинг, сейчас. Да, огурцы возьмите. Я, наверное, надолго. А нет, сейчас посмотрим. Да, это Мимирон ХМ, тут у всех FPS 0. Только Вудлика хороший. Это пацаны шарит кто-то какие-то моды интересные на сталкера? А на какого именно? Ой, да я, ну я не знаю, любого, только чтоб там не мободрочильня была, чтоб через стены не убивали, чтоб сюжет был, чтобы интересные артефакты, короче. Тогда поиграй просто в стандартного сталкера. Да ё-моё.
Все, что ты описал, там присутствует. Да, тень Чернобыля, все правильно. Да я играл давно, еще, блин, в 2007. Ну, он с тех пор только лучше стал. Да загугли, я даже не знаю, как... Там сайт вроде есть, а вот сориентироваться, чтобы описание такое, чтобы подробное было. Что он с неутомимо лежит? Неутомимо? А я его резал. Я не его резал. Но мне показывается, что его резали. Не, зелёнким это сейчас его резает. По престу рибав дайте. Так, по друиду там все есть? Я без еды вообще. Ты ставил еду? Была рыба. Я успею. Я вот ставил, тоже я не поел. Бля, сталкер, может удалить нахуй эту Вовку, пойти в сталкер поиграть. Ты меня разбудил. Я бы прошел. Ну, блядь, ну это типа что? Это на 5 часов типа зависнуть и все. Да больше можно запланить. Да я эти тени Чернобыля за час пройду. Правильно, лучше играть в готику вторую. Ну если старую версию, где можно пробежать этот. Я тени Чернобыля тоже могу быстро пройти, но какой с этого смысл? Где кайф? Так, давайте, что у нас по готовности? Все готовы умирать? А умирать нельзя, don't. Все, я за водичкой ходил. Все, я понял. А тебе моя водичка зачем нужна? Огонь, два. Так, ну здесь. Вышли. Хант, на пол дай. Не, секси, скорее всего, за меня понадобится. Один. Огонь. Донда, ты сможешь под мили забрать? Да. Только, конечно, меня бьет. Огонь, пять. Два. Огонь. Вышли. Милики готовы. Бежали. Не добиваем, не добиваем. Потушить должен. Квадратику. Все квадратику. Пусть потушит огонь. Нет. Все, добили. Квадрат. Они еще хп порезали, что ли? Что-то не, 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 не. У нас ДПС больше. Там дело упал. А, по Романову. Про... Блин, он далеко лежит. Потом уже. Потом. Огонь 5. Один. Вышли. Нормально. Давайте просто... слева встаем в звездочке. Раз в один. А куда, блин, вы близко стоите? Дальше, дальше надо, то он у нас будет. Метров 20. Отходи, не утомляй. Пробеги туда. Огонь. 6. Побежали поближе. Готовимся бегать. Один, бежали. По кругу рассосались. Именно по кругу, а не по двум меткам, ребят. Теру. Пять секунд, огонь. Три. Одна. Отбежали. Массакру.
Вращение. Обстрел. Идеальный бэр будет. Одна секунда. Вышли, огонь. На фазе надо было это делать. Добиваем. Из меток вышли. Вышли метки. Так, что, как Гудлика поднять? Идеальный бэр Гудлика. А войд этого, да? Огонь. Одна. Вышли. Романа резать, не? Да, да, да. Нет, не надо. Угу. Ну, ладно уж. Сейчас фаза будет. Фаза одна секунда. Гудлика ребафните, на Гудлика нападаю. Мы куда потом пойдем? Не надо сейчас, бля, хуёво, ладно, похуй. Мы сейчас будем двигаться в зависимости от того, куда пойдут эти мобы. Они сейчас идут за крестик заходим. За крестик. Левее, по часовой. Все, еще переходим от огня. А то сейчас откинут нас, аккуратней. А, Пиракс, лови бомботов. Бомбот. Бля, стой в миллизоне. Огонь 5. Огонь 1. Еще левее идем. Пошли. Садите голову. Бомбот. Перешли. Стоп, огонь 5. Одна. Вышли. Левее. Бомбот. Вот и крысков. Полюшка, раскол, кубок раскол. Бомбот. Вышли. Метки поставь. Поставил метки. Кроме меток все заливаем. Сова Бэр Зоркова. СС на протесты накиньте. Мобов очень много. Огонь. Сыграйте в них. Вставай сразу. Левее идем. Вставай, левее. Нету огня, но вставай. Аккуратнее, мобы задуют нас. Разбежались по кругу все. Полюшка. РТД. РТД, грудь, милики, ноги. Короче, тот вылетел. Бомба справа. За крестик все ушли. Огонь 3. 1. Левее. Давайте вперед моба попробуем, вперед басуйте. Да, это обязательно надо. Обстрел. Дамажим. И все, я перевожу его сразу. Огонь 5. 1. Перебежали. Метки. Отбежали. Смотрите, там равномерно надо бить, как бы. А еще равномерно бьем. Ну, на голову посмотрите, фул хп. Там 500 хп разницы. А, я не увидел. Не фудите. Прохил, огонь 3. 1. Отошли. Вращение. Быстрее. Надо в голову уже играть. О, чуть больше урона. Да там 200 тысяч разница между грудью и головой. Я вижу, но все равно уже пора. Огонь через одно. Отходим. От босса бежали.
Давайте по ногам больше, по ногам больше. Ноги, грудь. Голову забейте пока. Просто клиф. Бомба за крестиком лежит. От бомбы отойдите. Соух отошел оттуда. Скайсонг, отойди оттуда. Блядь, ногу... Огонь 3. Не увидел. Огонь 1. Огонь. Бежали от босса. От этого тебе не оправиться, дружок. Аккуратно. По ногам аккуратней, обстрел. От этого тебе не оправиться, дружок. Голову, голову, грудь. Играем голову, грудь. Ноги 300 тысяч всего. Подруги больше. Метки. Смотрим на бомбу. Бомба улетела далеко. За печенькой там лежит. Грудь больше. Обстрел. Ой, огонь. Огонь 2. Отбежали от босса. Грудь. Грудь 200 тысяч. Голова 100. Ноги тоже 200. Ноги. Ноги. Танка. Ноги добейте, у вас сейчас... Ноги, ноги, на грудь, сотка. Обстрел. Давайте, 50 тысяч. Голова 20. Туловище 50. Голову добить, 19. Ну? Он отхилил, низ, низ отхилил. Да, я впитал, видишь, видишь. Куча народу падает, видишь. Вообще прикольно. Ну прикольно, когда это... Когда 25 человек живые на четверке, тогда прикольно. Быстро умирает. Ну хотя бы механика интересная. Ну да. Из хранителей остался только Мемерангер. А ключ есть уже от Алгалон? Да. Он же с собрания, насколько я помню. Нет. Не-не-не, там всех родителей надо убить. В Хэйме. Понял. Угу. Минутку отойду. За бомбой нужно следить на четвертой фазе, очень много от нее умирает. У меня из-за этого, блядь, Wi-Fi приемник отлетает интернет периодически. Вообще так непривычно. Ты где такой микрофон другой? Так я снова-то сижу, я с собой домой за мной. Да я понимаю. Да вообще новый человек, я предлагаю Кики. Вообще совсем, кто это такой? Кто это? Я вот старого зеркала помню. Не драматизируйте. Просто новая людина пришла к нам. Да, да, да. Именно людина. Ну, Зоркий же с Украины, ну где-то там рядом. В России, да? Рядом с Украиной. Ну, типа, бля, соседи. Ростов, Ростов-на-Дону, ну там рядом с Украиной. Соседнее государство. Я вот купил этот Wi-Fi приемник, и из-за него, может,
Голос поменялся. Да, голос поменялся, и интернет улетает сам по себе, и ничего не могу сделать. Ты же купил какую-то хрень. Ну вот я ее купил, но все равно улетает. Раньше вообще Олюшка, бутер, вы где? А что за роутер, от Xiaomi? Нет, ну роутер нормальный, вот именно походу, что в ноуте, может, сетевой карты или еще какой-то. Бутер. Иду. Я купил себе какой-то Wi-Fi адаптер, типа флешка USB. Бля, а ты это, просто купил бы себе тачпорт какой-то, поставил бы через провод себе. Ну, я думаю, можешь сходить в провод, купить себе, ну, кабель на интернетовский, подключить через модем напрямую. Чё там, будем ебашить? А, сейчас ещё одна артишка. Куплю. Кебаб, ну давай. Что, я тут? Я видос смотрю. Все, нажимаю. Тактику смотрю. Да, я бы сам пересмотрел тактику. Мне кажется, мы четвертую фазу супер хуя убьем. Нет, блин. Окончился один, вышли. Я мимасы смотрю. Морально настраивался, наверное. Одну. Побежали. Раньше наберите друг от друга, встаньте нормально. Готовьтесь. Окончилось. Перебежали. Вышли. Стоп, ДТП, стоп. Все, добиваем. В квадрате все. Прямо в стенку туда, дальше ушли. 5 3 1. Огонь, вышли. Ну все, и левее. Килы, у вас не сломался воду? Нет, вроде. Нормально. Не, он просто ухнулся. А может и сломался. А, блядь. Ну у меня сломался. Да хуёво, что у хилов сломался. Слепую хилим тогда. Друид, подойди сюда. Секси еблан, конечно. И все равно больше ауешить. Ну да, блять, хуёво ливня. Огонь, 5. Левее, пошли ближе. Я забыл предупредить. 1, вышли. Все, рассосались по комнате. Геро, дамажим. Да, секси, ты ливнул, блядь, во время пула. Сломал воду хилам. 5 секунд огонь, 3 секунды огонь. 1 секунда. Массакром. Стрел. Прощание. Опять. Одна. Сова инр в идеальном. Блин. Идеальный на перефазе Бернинг Донка. Архил Зоркова, блядь. Сова БР Зоркова, идеальный БР Донта. К выходу, давайте быстрее все. Да, давайте к выходу. Кул рыбав дали? 5, 2. Огонь. Бежали налево. Феликс, стой прям под головой босса, чтобы быстрее ловить бомботов. Кул рыбав дали? Бомбот. Огонь 3. Левее. 1 вышли.
Давайте здесь разольем и переходим дальше. Один. Пришли. Сова и этот, не стойте впереди рейда, когда Дон считает 3-2-1, вы должны максимально стакнуться. Садите голову, кто там болтал? Ну, в огонь не получится посадить. Бомбот. Стакнулись, стакнулись. Один. Вышли. Нужно дальше от сигналить, отойти. Все, заливайте это, заливайте сигнальных. Метки не трогаем. 5 секунд. 3 секунды. Одна. Вышли. Все давайте вот сюда, ко входу, к квадрату. Залили еще сигнального. У хпшного оставьте. Давайте крестик добьем просто. Да их не надо бить, они тушат. Не тушат. Нет, надо, все. А нам, нам троих достаточно. А, ну, ну да. Все, в грудь играем, РДД. 5 секунд. 1 секунда. Переходим. Прохил рейда. От огня отходите. Мины, мины, смотрите аккуратнее. Стрел. Хороший. Угу. 1 секунда огонь. Левее. Я перевожу в крест. Переходите еще дальше. Рейд, переходите за крест. Уходим. Отбежали. Отбежали, отбежали. Огонь 3. Огонь 1. Вышли. Больше до пальцев. Голову. И в ноги. Голову, ноги. Круть еще немного принесли. Метко отошли. В грудь стоп. Сейчас все играют только ноги. Ноги, ноги, ноги. Все, все ноги. Потом остальное добьем. Пламя 3. Сокру, дай. Отбежали. Одно, одно пламя. Вышли. Мастер аур... А, блядь, нас нету. Все, сейчас все стрел. Переходите в крестик. Голову. Все в ноги играют. Все в крестик пришли? Все, добиваем. Отошли. 100 тысяч тул. Блядь, далеко босс ушел. Нормально. Вот сейчас все нормально, все. Никто не умер особо, 30 смерти. Ну, до четвертой фазы, когда доживает рейд, забить. Да не, у нас и в прошлый раз дожил, на четвертой фазе все передохли. Ну, типа, блин, много новичков. Вот и осколки. Вот и кольцо. Угу, колечко-то рукой вообще. Ой, Рос, у тебя там это, кажется, у... А, у Айна вообще у тебя. Так, полутайте этот, печать, Дон, ты полутал? Сейчас. Давай, давай, все, я теперь свободен. Кто не приходит на Алгалона? Ты что думаешь, я буду приходить? Да, да, все, ты вон зоркий и Скай. А что вы не хотите приходить? Да, Везик. Что заебал? Секси, ну ты как будто этот, как будто ты не знал, что нельзя ливать во время боя. Ну, а слушай, я по этим, по окнам запрыгался, там у меня на тюрьме тоже пати было, я нечаянно ливнул. Ну вот, видишь, сломал нам Симвуду, я вообще нихуя не видел. Да, он никогда вроде. Не знаю, вот ломается, но типа там все, кто есть, они все равно там остаются. Ну, да. Просто они мешаются, мне закинуло в этот, первые 5 пати, еще с последних пати людей. Дон, я сегодня же... Вообще неутомимое колечко утонул. Вот это да, вот это да. Хорошо наш ДЦшник переодевается. Подожди, а этому идеальному не надо или у него меньше? Похоже, что нет. За репу будет такой же. А, у него еще и меньше приор. За репу крит хаст. По-моему. Не-не-не, есть духан. Не.
Есть духом? Дух хаст есть, да. Так, ну чё, погнали, в обвалившуюся. У нас два босса осталось, сейчас по-быстрому закроем. А, ну потом еще типа, кто останется уже на последний, кто-то останется. А они там изичные. Ну, понятно, да. Донт, ну, в принципе, можешь сваливать, я могу сексика взять, типа, вместо тебя. Или кого-то еще.